Пришли внимание. Начинаем заседание Одесской областной избирательной комиссии. Сегодня 21 версия 2017 года. На заседании присутствует 16 членов комиссии. Запрошены особо Виктория Олеся Анатольевич, депутат Одесской областной рады. Также присутствуют особы Закордонца, кандидат депутаты. Самко, извините, если я неправильно читаю. Корреспондент из Бетон, Коропа, журналист газеты «Правда» за Одессу. Соня, представник депутата «Ледяного забазированностью». Лемон, фотокор газеты «Правда» за Одессу. Цуркан Виталий Александрович, кандидат «Восхищина» Александр Трескин, корреспондент и репортер и, не знаю, оператор, да, репортер. Так, кто за то, чтобы открыть наше заседание? Кто за? Теперь оставим заявление Путина. Я прочитала. Прошу присутствующих спасибо. Как бы по закону, они все имеют право быть присутствованы на заседании. Окрім представника за довіреністю, ми повинні проголосувати, чи може він бути присутній. Хто? Можна тобі? Так, так. Так, спасибо. Порядок денний пропонується на розгляд комісії. Перше, це ознайомлення з постановою ЦВК номер 191 від 12 вересня 2017 року, прийняття присяжними призначеними членами Одеської обласної виборчої комісії. Друге, розгляд заяв кандидатів у депутати Одеської обласної ради про відмову бути кандидатом та скасування рішення в частині їх реєстрації кандидатами, внесення змін до постанови Одеської обласної виборчої комісії номер 134 від 3 листопада 2015 року. Третє. Організація перевірки підписних листів на підтримку пропозиції щодо відкликання депутата Одеської обласної ради Вітрянова ОА за народною ініціативою. Четверте. Залучення органів ведення Державного реєстру виборців та правоохоронних органів до перевірки достовірності відомості про громадян, що містяться у підписних листах та їх підписів. П'яте. Проведення перевірки підписних листів на підтримку пропозиції щодо відкликання депутата. Шосте. Прийняття рішення за результатами перевірки підписних листів. Сьоме. Поточні питання. Чи є доповнення? Мені стало відомо, що в нашу комісію включили двох членів ініціативної групи по відзиву депутата Ветрянова. Прямо законом України про вибори депутата в місцевій раді це не заборонено. Але ж є відповідний закон України про запобігання корупції, де прямо вказано, що ми повинні його дотримуватися. І особливо дотримуватися норми, яка там описана і називається конфлікт інтересів. Члени ініціативної групи, які, так сказати, ініціювали відзив депутата Ветрянова, вже сформували свою позицію. І тут зрозуміло, що конфлікт інтересів у них наявності. Тому я вважаю, що ми просто зобов'язані в цій ситуації звернутися до ЦВК, відповідно антикорупційного комітету Верховної Ради, де описати цю ситуацію і отримати відповідні роз'яснення. Які у вас пропозиції по порядку денного? Внести до порядку денного звернення до ЦВК та антикорупційного комітету Верховної Ради. Хто за те, щоб внести це питання до порядку денного? Хто за? Ви можете не опускати? Хто за? Подніміть руки, подержіть мені. Ну, проти. Понятно. 5, 6, 6. 1 ще. Хто воздержався?
Вот один воздержался. 116. Ну, 11 за, 6 против. То есть можно и проголосовать? А, кто не проголосовал? У нас такого не бывает. Не предусмотрено. 17. Ну, давайте повторим. Девушки не могли пока голосовать, на самом деле. Они присяжные. А. Если он против, шесть. А можно вам вопрос? А вы действительно участвовали в этом проблеме? Вы были инициативы? Ну, конечно, мы были. А как же комиссия вопрос? Они попали после того, как вы сегодня хотите рассматривать этот вопрос? Были инициативы, вы сегодня хотите рассматривать этот вопрос? По закону мне запрещено сказать дальше. Такой коррупционный закон, я захотела, чтобы зачитали норму, с которым они не имеют конфликт интересов. Вы можете открыть закон Украины по запобеганию. Давайте перенесем заседание и все документы подготовим. Перенести заседание. Кто за то, чтобы перенести заседание? Не, не, если поступило предложение. Можно тогда конструктивное предложение внести этот вопрос в повестке дня, мы за него уже проголосовали первым вопросом перед принятием присяги. А по ходу рассмотрения и внесения постановок в комиссию уже принимать дальнейшее решение. Хорошо, изменения. Мы проголосовали, включили вопрос заявления в антикоррупционное бюро, да, и ЦВК. То есть вопрос с повестки дня, принятия присяги, в таком случае пока что его не снимать можно? Не можете не снимать. Мы обязаны исполнить постанову ЦВК. Мы не можем ее не исполнить. Подождите, но если они участвуют в этой процедуре, мы должны получить разъяснение. Могут ли они рассматривать этот вопрос? Потому что для нас вот это новое. Вот здесь сидящие даже не выйти, скажите, было ли нам на нашем, не сколько, два, будем говорить, уже вторую комиссию в этой работе, у нас такого не было. Я предлагаю, для того, чтобы посмотреть закон антикоррупционный, ну, вопрос мы внесли в повестку дня, я предлагаю 5 минут перерыв. Кто за то, чтобы 5 минут перерыв? Кто за? Антикоррупционный, я подберу, прочитаю, что такое конфликт интересов. Кто за? Давайте Так, у нас остановились на том, кто за то, чтобы продолжить? Да. Кто за? Все за. Все за. Остановились на том, что мы включили в порядок дня вопрос заявления в антикоррупционное бюро и ЦРК. Теперь я предлагаю проголосовать полностью за. Уважаемые члены комиссии, в прошлом нашем заседании мы обратились в Центральную избирательную комиссию и в Комитет Верховной Рады по поводу передачи разъяснения законодательства. Ответы, они были отправлены постановкой, есть документы, подтверждающие отправку. Ответы до сих пор не получили. Поэтому стоит вопрос вообще целесообразности утверждения такой повестки дня, с учетом того, что, по сути, ответов нет. Как нам поступать, мы до сих пор не знаем. Можно, да? Да. Уважаемые члены комиссии, давайте рассмотрим так. Сделаем запрос, так как было сказано, и проголосуем за один вопрос в повестке дня и перенесем наше собрание, когда получим ответ. За это время мы посмотрим все вот эти наши списки через державные списки, подписи, и мы выйдем на финишную прямую в правовом поле. Потому что сегодня, не имея выйти из державного реестра, принимать решение, ну как-то, вы знаете, я прошел все. Но чтобы получить правовое поле, я должен иметь державный реестр, который подтверждает эти списки. Я прошу поставить вопрос на голосование. У нас, кроме вопросов, связанных с открытыми местами, есть еще вопрос розыгрыш заявок кандидатов в депутаты, которые уже второй раз нам прислали, и нам надо... А мы тогда отказали без розыгрыша. Так, теперь они прислали еще раз эти, уже по почте. Теперь мы должны принять по ним решение. Вот на следующем заседании рассмотрим все эти вопросы. Почему мы сейчас рассмотрим? Все одной рукой зависит, согласно закону, не должно тогда лично. А есть законник по почте? Я понял. Ваши граждане с порядком Дэна разберемся.
Первый вопрос зерна. Если мы сейчас закроем заседание, должны что-то утвердить порядок зерна хотя бы со зернами, правильно? Потому что если мы его не утвердим, значит мы не будем ничего отправлять. Естественно. Хорошо, значит первым оставляем зерна, да? Да. Второй вопрос, я пропоную оставить, это розгляд заяв кандидатів в депутаты Одеської обласної ради про відмову бути кандидатом. И оставить вопрос все-таки про прийняття присяги. Если нам будет дан ответ, что они не имеют права проверять, значит они не будут проверять, но членами комиссии они не являются. Но они примут присягу на том заседании, которое будет. От этого ничего не изменится. А я предлагаю сейчас. Хорошо. У вас есть другие предложения? Они сейчас голосовали. Сейчас мы не голосовали. Не мешайте комиссии. Они являются членами. Так, я предлагаю принять присягу. Так, я предлагаю Один вопрос повестку дня включить и перенести заседание. Хорошо, давайте. Так, первая пропозиция была. Это один вопрос за это и перенести заседание. Кто за это? Кто за? Как вы голосуете? У вас два члена не приняли присягу. Ребята, ну это смешно. Не мешайте мне. Пожалуйста, поднимите еще раз руки, кто за. Один вопрос. Раз, два, три, четыре. Вы подняли? Нет, присягу закинули. Восемь, девять. Что значит подменялись? Это вообще не ставится в повестку дня. Приходят новые члены и сразу принимают присягу. Вы не нужны за это голосовать вообще. Нет, мы голосуем не за принятие присяги. Присяга понятно. Так вы говорите, присяга отменяется. Не надо разговаривать, не надо вступать в дискуссию. Каждый сейчас присутствующий в зале сейчас с нами спорит. Если они имеют право совещания. Конечно, за что? Тишина, прошу, уточняю. Сейчас мы голосуем за порядок ДНИ, где предложение Гупко Николая Ивановича, где остается один вопрос, звернення до антикоррупционного бюро и ЦВК. Кто за? Десять. Принято решение. Значит, теперь смотрим, кто звернет. Те звернет, кто готов. Кто предложил, я думаю, тот и готов. Есть секретарь, есть зам, есть голова и есть инициативный человек, который подготовится. Я готов подключиться к секретарю. Ну, я поручаю господину Нощенко. Нет, не надо мне поручать, есть ответственные лица. Нет, вы выступили с таким предложением, вы сформулировали позицию, поэтому я имею право вас, своего деловодства, обязать сделать этот запрос. На сегодняшний день вы имеете право меня что-то обязать? Да. Комиссия может меня только обязать, а не вы. Я вас перебью по деловодству, которое утверждено постановой ЦВК, которое обязательно к исполнению всеми комиссиями, прописано то, что глава комиссии может поручить любому члену комиссии подготовить проект звернення. Хорошо, я подготовлю проект звернення. Все. Ну, на этом все. Кто за то, чтобы закрыть заседание, кто за? Мы же уже проголосовали. Да? Хорошо, еще раз, за звернення. Кто за то, чтобы звернутися? Еще раз. Кто мы голосовали за повестку дня? Как мне замечание делать. Кто за? Звернутись, кто за? 11. Ну все, те, кто за то, чтобы закрыть заседание, кто за? Все остальные вопросы на следующее заседание. Просто просьба ко всем. Я извиняюсь, не успел.